Damn, it feels good to be a gangster. Damn, it feels good to be a gangster. Damn, it feels good to be a gangster. No, you say, светофор. Damn, it feels good to be a gangster. Damn, it feels good to be a gangster. Дорогие друзья, ассаламу алейкум, вот вам дагестанский лайфхак. Это моя жена. Чего ты хотела? Я хотела больше времени проводить с подругой. Правильно. Я решил твою проблему? Решил. Знакомьтесь, это моя вторая жена Сакинат. Подруга ее. Джалил, я не это имела. Сакинат, добро пожаловать в семью. Ассаламу алейкум. Я тебе кофе сделала. Только у нас же молоко закончилось. Не благодари. Кстати, а ты никогда не задумывалась, почему детей называют спиногрызами? Они же не спину грызут, они сиську сосут. Сиськососы они. И муж мой сиськосос. Иногда. Ой, люблю эту компанию. Я здесь 4 года уже работаю. Если все декреты вычесть, то получается целых 8 дней уже отработала. Я из всех только Светку знаю. От нее всегда так вкусно пахнет. Алкоголем. А я же пила последний раз когда? Вчера. А мне можно? Я с врачом разговаривала. Я вообще придерживаюсь мнения, что если организм что-то просит, то надо. Водочка, пожалуйста. А уволить меня нельзя. Я же беременная. Вот. Интересно, а что если все происшествия в мире это запланировано? И все по сценарию? Чтобы нам было что вспомнить? О, нет! Интересно, а зачем мамы выкладывают миллион наших фотографий на свою страницу в Одноклассниках? Они что, устраивают там иконостас? А почему, когда девушки пукают, никто этого не слышит? Они что, делают это шепотом? А что, если коронавирус придумала Майли Сайрус, это ее новый артист, и через год коронавирус будет ездить с концертами? У меня теперь появился новый кумир, господи! А почему Елена Малышева лечит всех от любой болезни, а сама носит очки для зрения? А что будет, если Денис? Да, Денис. Допустим. Хвоста не было? Не было. Ты принес товар? Сначала деньги. Сколько здесь? 2 миллиона долларов. Да пошел ты нахуй, я знаю. Хороший товар. Буду заказывать и впредь. Удачи. Корона тайм. О, Зай, можно духи возьму пшикнуться? Конечно, возьми. Вау, вот этот анальник можно взять? Бери, конечно. А это платье? Возьми. А это? А это? А это? Вау, Натулька, а это можно взять? А можно съебаться уже нахуй отсюда, блядь? Так, сына, давай закругляйся, выключай свой денди, идем будем готовиться к ЕГЭ. Ребус. Т делить на С. Тортик. 3 и 2. Енот. О равно И. И Е. Что это? Ребус. Давай, следующий вопрос. Что это? Что у тебя над головой на табличке? Что это? Нет, ничего, мам, экран у тебя, ты только это видишь. Где находится Тибет? Ну, татары ее на голове носят. Да не тюбетейка, а Тибет! Проснись, глаза открой! Глаза открой! Количество зубов у человека. 40. 4579 плюс 9747. Миллион. Нет. Блять. Так ты что там сказала? Иди сюда. Отец!